Здравствуйте, с вами снова интернет-канал Максим Мадзи, и сегодня мы продолжаем играть в игру Angry Birds Chrome. Короче говоря, как я и обещал, после этого эпизода мы перейдем вот к этому эпизоду, потому что он вышел как бы второе обновление. Сначала вышла первая версия вот с этим эпизодом и с вот этим вот, с бонусными уровнями из ярлычков. Но потом в декабре 2011 вышло второе обновление, которое посвящалось вот этому эпизоду. Также вместе с ним вышел Mighty Hawks. Но поскольку обновление было посвящено именно этому эпизоду, поэтому мы перейдем к нему. Seasons Greetings. Это второй эпизод из Angry Birds Seasons. Здесь дизайн свиней, как в оригинальной Angry Birds. Дизайн свиней изменен тут... В оригинальный Angry Birds Seasons дизайн свиней был старый. И только здесь он вот такой вот. Это довольно интересно. Не очень получилось. Я помню, проходил... этот эпизод в Seasons, и было слишком сложно, и я сдался. Не прошел большинство уровней, ну не большинство, а там много уровней, не прошел еще, около 10 уровней были сложными, я их не прошел. Так что не исключено, что здесь будет так же. Да, этот эпизод действительно сложный, но хорошо, хоть эпизоды сразу открыты все. По-моему, если не ошибаюсь, когда вышел этот эпизод в Seasons, там уровни открывались по дням, по календарю, так сказать. Блин, а как мне до туда долететь? По-моему, никак. Блин, и как я перелечу там? Не, в принципе-то можно. Так, еще один удар сделаем сейчас. Оба. Блин, не очень удачно получилось. Не, красная птичка не пробьет его. Ну, Red, зовут его. О, сейчас сдохнет. Отлично.
эпизод Новому году посвящен, Рождеству точнее. Все эпизоды из Greybird Seasons посвящены какому-либо празднику. Так, ну и осталось попасть сюда каким-то способом. Получилось. Ой, зачем я нажал выход? Этот уровень, это пятый уровень, он отличается от Seasons. Вот, мы его открываем, и аж смартфоны вылетают. В оригинальный Seasons вместо пятого уровня вот это вот, был другой. Был обычный такой, так сказать. А тут видите, какое, это отсылка на... Второй новогодний эпизод, забыл, как он там называется, честно говоря, уже. Подарочек сбить бы хотелось. Да господи, ну что ж такое, а? Да, и 10 тысяч очков за него дают. Да, только это нам ничем не помогает, потому что уровень сложноватый достаточно. Да что ж такое, а? Какой-то уровень сложный, блин. Samsung Galaxy Note. Это отсылка на... Это типа реклама смартфонов или что? Второй раз, блин. Что за загрузка? Что сейчас будет? А, ну да, это реклама, походу. Хо-хо, король свиней. Не на финальном уровне. Удивительно очень. Не, ну он был и в оригинальный сезон, конечно, на этом уровне. Я просто не помню уже.
Блин, и как я... Надо как-то попасть. Того свин. Только как, не знаю, пока. Это уже получше дело. На пятом уровне, кстати, по-моему. Я когда играл, там, по-моему, еще через некоторое время начинала играть музыка из-за второго эпизода. Второго новогоднего эпизода. Сейчас что-то не играет. Может, и не играл, а может, не казалось. Я не... Ну, по-моему, играл, я что-то не помню. Отлично, я думал, не пройдем сейчас. Девятый, да? Всего их 25, плюс еще 3 бонусных, которых в оригинале не было. Блин, как я до того сейчас доберусь? Ну, понятное дело, никак. Так, это уже, да, десятый. Десятый, нифига, как мы быстро идем. Ну, 12 минут, не так уж быстро, кстати, на самом деле. Блин, опять один остался, ну что ж такое, а? Но я ж всех убил. Да господи ты, боже мой, а? Не скажу. Ночью.
Ух, сложности уже начинаются, блин. Блин, вот как до этого-то добраться, я не знаю. Нет, не надо. Все равно купить его нельзя. Уже. В тех оригинальных Angry Birds, кстати. На андроиде. Их же удалили из Play Market. Там тоже ничего купить уже нельзя. Там просто бесконечная загрузка будет идти, когда пытаешься что-то купить. Да, блин. Когда в тот раз выстрелил, она сломалась, и вот сейчас чуть не ломается. Ох, наконец-то. Сложен какой-то уровень. Ну и каким-то образом осталось вот этих вот сбить. Ну и получилось. Получилось. Каким-то чудом получилось. Так, это 13-й вроде бы. Да, 13-й. Вот здесь в оригинальный Seasons золотое яйцо, если вот этот сломать. Но здесь такого не произойдет. Здесь же нет золотых яиц. Бонусные уровни тут изначально открыты. Во-первых, если там надо было специальные какие-то коды вводить, которые фиг знает, нельзя раздобыть. Это я помню открывал. Чтобы открыть те бонусные уровни, коды нужны были специальные. Сейчас не нужны, сейчас они изначально открыты. Да что ж такое, я думал, это легкий уровень. Так, и осталось взорвать всех остальных. Да, только вот до этого не до... Это у нас что? Вот за постройки, блин. Да господи, ну как же такая? Нет, 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 нет.
Отлично. Сложности опять пошли. Снег-то этот не падает. Попаду. А, не, не попаду. Вот это вот я как собью. Какой-то уровень был? 18-й? Вроде не так уж и много осталось. Мы обязательно с вами пройдем бонусные уровни, которых не было в этом Seasons. Это надо обязательно сделать. Бонус. Эх, один скотина остался. Интересно, для кого тут два места свободных оставили? Да господи ты боже мой, да? Да блин, ну как? Как сделать так, чтобы хотя бы один сдох от одного выстрела? Может сзади яйцо кидануть? Нет, это вообще ничего не дало. Да блин, опять все равно они в воздухе висят, ну какого фига, а? Да блин. Блин, может сначала тех загасить? Для начала, в смысле? Yeah.
минут. 20-й. Осталось, значит, 6 уровней. Девять, точнее, если считать бонусные. На шарике летает. Зимой, блин. Да театра. Сейчас. Извините, отвлекся. Да господи ты, боже мой, ну... Такое, блин, а. Блин, надо было ниже стрелять, ну... Может, лучше в тех выстрелить. Да ё-моё, ну опять высоко, блин. Какой? 23-й остался этот, потом следующий, еще один уровень из стандартных. 3 уровня стандартных осталось, плюс еще 3 бонуса, уже можно сказать 2 уровня осталось.
Да блин, ну что ж такое, а? Ну и последний уровень остался. 25-й. За 30 минут прошли, можно сказать. О, вот это красота, а не уровень, конечно. Блин, а в первом прохождении в оригинальный Seasons я там очень много уровней пропустил. А тут ни одного. Загладил вину свою, можно сказать. Прошли. И что у нас осталось? У нас есть еще 3 бонусных уровня, которых не было в оригинале. Они это самое открывались только с помощью специальных ходов раньше, сейчас они доступны изначально с последней версии, в смысле. Здесь такие же эти блоки, как в уровнях из Chrome Dimensions. Во, давай падай на него прям. Отлично. Так, что у нас здесь? Ну, эти блоки, видимо, разрушить нельзя никак. Не знаю, зачем их поставили туда, для красоты, наверное. Ну и сейчас мы этого собьем. Ну и последний уровень, это вот этот. Да что ж такое, а? Птиц не хватит, если начать заново. Что-то динамит такой, как будто он из пластика сделан, не взорвался должным образом. Да блин, но блок снега помешал сильно сейчас. Да блин, как того свина-то взорвать, а? Динамиты у него какие-то маломощные. Может, это баг, конечно, или что-то еще. Но это странно.
Сразу троих никак не собьем. Нельзя использовать, да? Ну, естественно, нельзя. Да что ж такое? Ну, птиц, мне кажется, не хватает для этого уровня. Сильно сложный. Не знаю, как пройти его должным образом. Не получилось. Динамит действительно маломощный. Вот как этого свина-то убить, я не понимаю вообще. Мне непонятно. Блин. Так, ну если вот этим я его... Нет, не получилось. Вот я мог бы сейчас бы этого убить. Тогда я чаком бы вот этих, вот этого добил бы, наверное. Но так не удалось, к сожалению. Самый сложный среди бонусных, блин, уровней. Ладно, если еще раз, сейчас попробуем еще раз, если не получится, то хватит, тогда не будем это проходить. Да блин, мне кажется, я хочу это пройти. Да что ж такое, а? Может перелететь? Нет, вообще результата не дало. Более-менее нужного, я имею в виду, результата. Как и сейчас. Блин, да ну его нафиг, короче. За кадром пройду его потом как-нибудь. Надоело уже, честно говоря, не могу. Ладно, короче, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. С вас Лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока!